уважение к близкому человеку, к исламу. Когда зашел в дверь, увидел, что два человека, там кипиш, ну, куча охраны, два человека с порезанными руками в крови, вот. Меня начали выгонять оттуда, соответственно, начали мне говорить, что некогда, вот, чтобы я ушел. Я задержался, посмотрел, вот, вышел опер, начал мне, я говорю, что случилось? Он, ну, мне не ответил ни на один вопрос. Я говорю, дайте мне поговорить хоть с кем-то. Подошел, я его не знаю, этого осужденного, подошел к нему, говорю, что случилось? Он говорит, администрация конкретно начала заставлять подметать, ущемлять права. Видели, правильно, своими глазами? А, это со 126-й приехали. Это со 126-й врачихи. 126-я приехала. Зашивать, видно.